Ну что, ребят, всем здравствуйте, всех приветствую. Мы продолжаем, получается, проходить Battlefront 2, Star Wars. Star Wars Battlefront 2. Не помню, как называется, BB, как-то, что-то BBC, BBC, что-то. Или B1, не знаю, как его называют, это робот, я не помню, правда. В прошлой серии мы, кстати, остановились с вами на том, что... А что там было? Если ты не знаешь... В правом верхнем углу или в левом верхнем углу подсказочка на прошлую серию, на плейлист с прохождением, полным прохождением данной игры. Посмотри. Поэтому, Саш, поудобнее. Давайте, блядь, прям вести такую же пенчу, пить в пяти или пятого добряного просмотра. А мы, собственно, начинаем. Так, собственно, мы с тобой остановились вот здесь, вот, да? Иду R2, а, во, R2. R2, R2, надо большой же, нет? Так, это у нас, получается, он раскидывается. Это у нас он подкидывает, так понимаю, всех вверх, а это просто рывок. Угу. Let's go, let's go. Блин, жалко, что нельзя, конечно, с этим. Это блок у нас. Если ты видел, но он даже не присаживается, даже вот, блять, он даже не садится, то есть, о, Империя тут тоже что-то ищет. Кажется, Империя тут тоже что-то ищет. Блин, ну прикольно, прикольно. Ну блин, тогда по сравнению с джедаем, блять, вот эти челики, они просто получаются, блять. Просто получаются, блять, какие-то боты реально, блять. Ну типа... Больше никого. Я не знаю, блин, ну реально, по сравнению с джедаями тогда, ну это, блин, несправедливо, как минимум. Как по мне, типа, это не, ну реально несправедливо, как минимум, потому что, ну, тогда повстанцы, вот эти повстанцы, не повстанцы, не знаю, как их называют. Штурмовики, вот эти штурмовики. Получается, просто они как боты у нас, да? Как боты будут просто, и все, блядь. То есть, видишь, я их просто изи разъебываю, нахуй. Хотя я тебе напомню, что я в эту игру, ну, так часто играл. И играю, да, то есть... Come the reinforcements. Иди сюда, мальчик. Погнали, блядь. Разъеб пошел нахуй конкретный. Ой. Ебан нахуй. Да, блядь. Бля, ну мне по-другому ничего никак не сделаешь. Ты уебан, блядь. Сука ебан, иди сюда нахуй. Сосал нахуй. Это все, блядь. Нахуй. Давай, 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 уебан. Thank you.
все, блядь, до свидания, нахуй. Уничтожить это нужно. Ой-ой-ой, ну давай, погнали, блядь. Давай, 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 давай. И сюда. This isn't what I wanted. Я не желал этого, люк. Обыскать пещеру, ну давай обыщем. Бля, ну он имбовый, реально. Там что-то есть, что-то неестественное. Причем, как я понимаю, люк он потом Дарт Вейдер, да, становится? Он вроде Дарт Вейдер потом. Верил сюда, видимо, не только это. Ох, ебать, здесь что-то. Да прикольно, да, подсвечивать? Может, смотри, как прикольно сделано. Прям, ну реально прикольно, мне нравится. Классно выглядит. Похоже, я не вижу, что империя тут лишняя. Добрый вечер, ребятки. Поиграем с вами. Ой-ой-ой-ой-ой, а дайте мне забраться-то, блядь. Как мне туда только забраться, вот это вот вопрос. Как мне туда забраться, подожди. Как мне туда забраться, ебаный, блядь? Вот так, что ли, блядь? О, о. Добрый вечер, ребятки. Блядь, всё. Бан нахуй. Интересно, блядь. И что? Меня кто-нибудь слышит? Кто ты? Я услышал твой зов. Кажется, тебе нужна помощь. Нужна. Сможешь вытащить меня отсюда, как думаешь? Не шевелись. Я знаю, кто ты. Почему ты мне помогаешь? Потому что ты попросил. Нет, так не получится. А вот тогда. Нихуя, вот он где. Я слышал тысячи историй о джедаях. Мальчиком на курсанте я ужасно их боялся, но... Пойдем. Если хотим выбраться отсюда, придется работать сообща. О! Создать пещеру? Ты что-то ищешь, как и я, похоже. Сила непроста свела нас вместе. Сила не просто так, слава с вместе. Какая удача. А ну удачи для такого мало. Точно. Сила, это она провела. Типа мимо моих людей, что там такое. Мне очень жаль. Я так и думал. Так почему я еще жив? Они не оставили мне выбора, в отличие от тебя. Yeah, I don't have much of a choice.
Ну шо, 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 шо. О, добрый вечер, ребятки. О, добрый вечер. Он как бетон. Он затвердевает при контакте. Это здесь. I'll uncover the terminal. Сейчас чищу терминал. Пу-пу-пу. How's that? Так лучше? Better. Лучше. Давай, давай, открывай. The defense system activated. The clock is officially ticking. Your defense system is upsetting the wildlife. I think we're waking up the bugs. I'll hold them off. Keep working. Добрый вечер, ребяточки. Да я жучу, что вы прям вообще такие прям яичные нахуй. Ух, ебать, у вас тут что-то нормально так развелось. Да, ты ёпта, дядя. Давайте, сюда нам, да. Блять, еще его. Да, трэш. Но они изичные жуки эти. Видите, их даже особо так и нету. Сейчас будет жестко. Да не-не, изичные вообще. Ну, блядь. Здание, завершите здание обсерватория. Слушай, я открыл для себя обсерваторию. Ну ладно. Кто мне был за этой дверью, что-то там? Тут ничего нет. Как мне попасть внутрь? Нужен люк.
Чем император граничит, которого можно открыть только с помощью силы? А ты как думаешь? Ты хочешь сказать, что человек уничтожил Орден Джедаев сам? Я хочу сказать, что мальчик на Корсанте добрался на день тех, кого следовало. Здесь нет ничего опасного, император пытался защитить хлам. Бесполезный хлам. Ты не прав. Что это? Я бы хотел оставить себе этот компас, если ты не против. Мне проще уничтожить эту местность. Чего мне начать? Что, чё, блядь? Пропустил, чуть-чуть, извините, ребят. Спасибо. Конечно, чему поручено? Не замешать тебе уничтожить хранилище. Конечно, ему сказали уничтожить хранилище, ничего не оставлять. Он сказал, бля, мне нужно это, и все. И он оставил, типа, ладно, забирай. Я рад, что мы встретились, Дол. Итак, что теперь? Разве с разных сторон сделал вид, что ничего этого не было? Не думаю, что ты способен на это. Тебе еще идет борьба. Выбор. Мятеж? Нет. Выбор стать лучше. Добрый будет с тобой сила. Или что-то такое он сказал. Welcome back, Agent Miko. Ты зачем, Агент Мико? Адмирал просил нас выкурить одного. И союзника первого с Вардос с целью диктатор Глеб. Я сочинился, который когда-то занимался нашим агентом Хаском подготовкой. Не знаю, как это связано с Берсом Золо, но слово адмирал не подлежат сомнениям. Прыгаем к Вардосу или к Вардосу. Вардос, твердыня империи. Ну ладно. Ты бесстрашный. Корабль, который мы спасли у Фондора, что он тут делает? Полагаю, доставляет груз. У него на борту были эти спутники. Мофф Рейд сказал, что они нужны для операции Дола. Он отказался раскрывать, что там. Адмирал тоже молчал. И теперь понятно, почему. Satellites are aligned, sir. Excellent. I did not call for you, Commander. Я тебя вызывал, смысл, командир. Вардос, ваш цель. Чему жители этой планеты? Они верны империи. Так велит император. Мачете мы эту и другие планеты. Страха хватит галактику и обитатель вспомнит, кто их владыка. Наш дом. Наш дом империя. И мы поступим так, как велит император. Я не подчиняюсь приказам мертвеца. Ты подчиняешься моим приказам. Активируй спутники. Сейчас же. Немедленно отправляйтесь к Навардос, эвакуируйте протектора Глеб. Она ваша единственная цель. Можете идти. Мне кажется, знаешь, что будет? Мне кажется, они сейчас встретятся с Люком, они свой снят с Люком, и все. Можете идти. А что ты нахуй? Я, бля, ёману, бля. Трахну нахуй тебя, трахну, блядь. Ну тебе пизда, нахуй, все, блядь. Ты же с агентом Хаском на Корвусе. Видишь, что мне нужно срочно с ним переговорить.
Да, это трэш, конечно же. Ну, мне кажется, они сейчас ожидаем, знаешь, сейчас ожидаем это копа. Хуяк, хуяк, и все, воссоединятся, и нормально будет все. Все будет нормально. Вот это мы возьмем с тобой. На, сейчас, секунду. Это мы с тобой возьмем, конечно же, на что? Правильно. На обложку. Что такая обложка-то, блядь, знаешь, сколько стоит? Ебану, блядь. Ну хуя, блядь, стоит. Да. Все, продолжаем. Так. А можно от первого лица сделать? А как от первого лица сделать? Подожди. Я не хочу от третьего играть. Вот за нее я не хочу от третьего играть. О, привязка к... Ага. Так, ага. Пробел, бег. Икс пригнуться. Огонь. Включать к основному. Ага. Джи взаимодействия. Результаты. Ну, ебать, а чё ты? I'm just surprised we aren't evacuating civilians. Civilians are expendable. Охуенно, блядь. These are our people. This is an imperial world. A place we're supposed to protect. Куда мы идем хоть? Куда нам идти-то, блядь? Не подскажете, ебаный, блядь? Куда нам идти? Ох, ну давай походим здесь, может. Нам еще туда, на тот корабль, я не знаю. Ебать здоровая, да, махина, блядь? Здесь, блядь. Не, блядь, не подскажешь, куда нам? Подожди. А, найдите протектората Глеб. Добраться до архива. До архива. Нам немножко куда-то туда, да? А, он еще медленно ходит, ёбда. Значит, нам не туда вообще, в принципе. Значит, нам куда-то сюда, как будто бы, нет? Э, мужик, ты, блядь, сюда иди. Э, сюда, нахуй. Я тебя догоню, ты понимаешь, что я тебя догоню сейчас? Нет, не то. О, бля. Не то. Могли бы нам туда. Что скорее всего, знаешь. Либо туда. Но, скорее всего, мне вот сюда окажется. А во, смотри, какой чел стоит. Может, это он? Он, пох, давай поднимемся. Может, нам разрешат пройти сейчас, типа. Да, нам сюда. Добрый вечер. Ох, ебать, что вы тут делаете, ребятки? Мы это, конечно, такое осуждаем. Блять, что это нахуй? Чего, ёпта? Чё ты смотришь нахуй? Вот и иди. О, это этот золотой, блядь, да? Золотой, смотри. Нет? Security protocols are in place for your protection. Do not attempt to leave Vardos.
Anti-air encampments will incinerate unauthorized vehicles. Ну ладно, показалось. Да, собственно, чё ещё? Ну пока просто идем. Пока что просто идем. Прикольно сделал. Мы здесь и правда ради одного человека? Я здесь лечу там. Стрелков мы тоже подвергаем опасности. Не укусь, когда им прикажут, они страшные. Чё? Но Глеб уже заслужил раннюю эвакуацию, так? Глеб руководит школы будущих имперских лидеров на Вардосе. Она воспитывает верных опасных бойцов. Такие как Иден и я. И вот теперь ей потребовалась услуга. Жители Вардоса преданы империи. Почему мы бросаем их на произвол судьбы? Это все ради высшего блага, командир. Мне все это не нравится. Вардос был нам домом, агент Хаск. Наш дом империя. Операция Золо — это проверка достойной ее будущего. Говоришь прямо как мой отец. Нервирус, адмирал поручил это тебе. Я знал, что важно изду нахуй эти ваши, блядь. Блядь только, она дает мне приказы. Командир! We have a ship on landing bay 2. You'll be safe there. Go! Go now! Go! Whoa, what are you doing? No, stop! Stop! This is not our mission! У меня другое задание. Stand down. Пусти оружие. It's okay, we'll get you off. Братка, вы полетите с нами, идите. No. Нет. No, don't you! I am your commander! Я твой командир, опустите оружие. Иден, мы получили четкий приказ. Нам нужно куда-то протектора. Глеб. Что-то изменилось. Посмотри вокруг, если ты не видишь, что тут уже не та империя. Дело прошу, не делай этого, не делай. Империя должна спасать граждан от операций, подобных Золе. Это новая империя. В таком случае не хочу иметь ничего общего с этой новой империей. Я подчиняю приказу своего командира. Это твой приказ? Если да, то это измена. Это твой приказ? Мальчик, ты еблан, что ли? Алло. Yes. Да. Then I have mine. Да, у меня есть другой приказ. Lower your weapon. Пусти оружие. Так у нее нет тебе приказа. Бан нахуй. Еблан, блять. Надо подчиняться, что тебе говорит командир выше по званию, ёпта. И выше по званию командир говорит, что ты, блять, и он себя ведешь. Адмирал Версио. Командир Сира и агент Мика отказались выполнить задание. Они совершили измену. Мне жаль. Вас понял. Достать Глеб ко мне, это теперь ваша задача. Я позабочусь о предателях. А, да? То есть то, что... Бля, ну вот это, конечно, да, гнилой поступок. Это же гнилой поступок. Так, ну шо? О! Ой, блядь, нам пиздец. Тихо. Да, блядь, срываем. Подожди-ка нахуй. Чё здесь за хуйня? Вот, щит просто берешь и все, и с кайфом все делается. Слушай. Чё все с кайфом сейчас будет? Назад. Можно мне оружие только другое? Где это-то, которое? Вот, это мне нужно. Сюда, блядь. Ну, просто. Чисто под щитом бегаешь, и все нормально. Дроид, слайсит. We have to reach the Corvus and get out of Imperial space. It's our only chance. Father, they'll shoot it down before we can leave. Then we need to take down the anti-air cannons. This is very bad. Keep it together, Agent Miko. We have civilians on the Corvus relying on us. We don't have Imperial... Быстрее, the Corvus won't even know we're coming. We'll figure it out.
shock the area. I hated having to do that. We've been sentenced to death. Погнали, 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 мужик. Ребят, к сожалению, пока не могу, так есть командир. Я так буду, может, когда буду успевать, буду читать, типа, сами эти... Как называются так? Субтитры. Пока что просто, пока я реально не успеваю, больше ставлю точно вот на этом. Ой, красиво. До свидания, ебать, ребятки. Оп-оп-оп, все, до свидания, нахуй. Добрый вечер. Это все, что нахуй. Пошли. Погнали. Wait. Let it pass. Иди, пусть пройдет. Disable now. Need a slice. Поехали вот так. Погнали. Ну че, ребят, похуй, у меня щит. Музыки, прикольные звуки, да, он издает? До свидания, ребятки, я просто пробегаю, ребят. А, все, до свидания, ебать. Hey, и у нас снова имперская связь. Бля, дай-ка, не, надо... Сейчас, секунду. Down the Corvus. Agent Hask will send troopers to capture the raider. Yes, Commander. I'm with you, no matter what they say. Careful in that storm. I see the anti-air cannons. I'll take them out. Ребята, вообще похуй, знаете, вот так вот иду просто. Да, ну это, кстати, масштабненько, прикольно сделано.
it, it will disable every turret in the sector. Take it down. I'll get us to the Corvus. Bomb. Weapons in this sector are disabled. Get to the Corvus. We are leaving Bardos. I'm bringing us to Corvus. Ребятки, добрый вечер. We have a barricade blocking our path. AT-AT on the left. We're almost out of this. Ох, ебать, смотри. Эту хуйню мы сломали. Well done, commander. Давай! Еще он не хочет, видишь дальше. Блять, дай. Мальчик, иди в пизду. Кто тут, блядь? Корвус, мы еще добрались. Эй, командир. Они идут сверху. Да уж. Ну, погнали, чё. Джой! Корвус, lower the ramp, get everyone on board. Yes, commander, but that lightning is shorting out our systems. Просто так. Бля, щит тут, кстати, имба щит, имба. То, что в прошлой серии говорил, просто не помню, как работает. Он имба. Он реально прям вот имба. Тить. Защитить. Keep under... Suppress those troopers. On it. Sorry. Где, блядь, ёбаный? Опа, пососите. Все. Давай, пошли. Эл, иди нас отсюда. Да уж, трэш, конечно, этот разворот сюжета. Поворот еще. Интересно. Интересно очень. Адмирал.
Обменял версию. Накладывает агент Хаск. Задание выполнено, сэр. Поздравляю, командир Хаск. Да, внешнее кольцо, стрижающая туманность. Стрижущая. Итак, мы не одиноки. Часть команды осталась. Они защищали беженцев от тех, кто отказался, что там чиняться. Как они? В смятении, в замешательстве, но в безопасности. Хочу знать, что дальше. Нужно предупредить остальных. Кого? Повстанцев? Они упекут нас в солнечное пятно до того, как мы успеем хоть слово сказать. Да, именно поэтому вам нужно увести Корвус подальше отсюда. Оставьте мне истребитель Сит и отправлю сигнал бедствия. Подожду повстанцев. Ты правда думаешь, я дам тебе дрейфовать в одиночку? Ты и я. Мы отряд Инферно. Говорит Эйден Версис, суперская рейдера Корвус. Отправимся на бедствие Альянсу повстанцев. Мы сдаемся. Свяжись с генералом, быстро. Значит, ты подумал, что это ловушка, но все равно пустил их на борт? Вечно твердишь, что нужно идти на риск. Думаю, что это самый безответственный поступок, в его типа жизни. Привет! Я генерал Лэнда Карлисан. Что, блядь? А вы должны быть те знаменитые дезертиры. Генерал, мы же рассказали вашим людям все, что знали. Не хотите пройтись? Okay. Ну, окей. Да уж. Что это? У меня пари. Шериф думает, что вы имперские шпионы. А что вы думаете? По-моему, вы напуганы. Боитесь за свои жизни. Слушайте, вы дали нам ценные сведения об операции Зола. За это я готов выдать вам два истребителя. Подождите, вы нас опускаете? Именно так. Начните новую жизнь, найдите безопасное место. А где вы сможете за нами следить? У нас нет на это времени. Да, да, рассказывай, мальчик. А похуй, да, текстуры, блядь, плащ. Нормально. Нам только что сообщили, что что-то там. Вы должны остановить ее. Вот думаю, мы справимся. Вы ошибаетесь. Империя меняется, а вместе с ней ее тактика. Если дело в этом, то почему бы не пойти с нами? Поможет спасти Набу? Мы здесь не для того, чтобы примкнуть к что-то там. Вас никто не просит. Это на разовую сделку. Вы можете уйти прямо сейчас или помочь нам покончить с этим. Действительно, столько нам доверяешь, что сражать, что готовы сражаться вместе с нами? Что могу сказать? Я думаю, у каждого должен быть второй шанс. Я покажу вам ваши корабли. Мы ведь даже не умеем пилотировать истребитель типа X. Вы из спецотряда Инферно. Какие у вас есть варианты, Иден? Так что будем делать? Набу, родной мир императора. Истребители, начинаем атаку. Тихо.
А вот на этом мы с тобой, я думаю, закончим данную серию. Такая серия была, спасибо за просмотр. Довольно-таки интересно, довольно-таки классно. Посмотрим, что будет в следующей серии, да? Блин, очень интересно. Мы эти сервители, помните, с вами в прошлой серии сбивали, а сейчас сами за них сели. В общем, посмотрим, что будет в следующей серии. Я думаю, очень будет жарко, интересно. Пиши комментарий. Так, как тебе серийка? Спасибо за просмотр. Подписывайся на канал, ставь лайк. Тебе не сложно, не приятно. Спасибо за то, кто это делает. Жень канала, ваша поддержка мне. Спасибо за то, кто это делает. В принципе, все. Спасибо за просмотр. Еще раз увидимся в следующих сериях. Давайте.